Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мэйлаок. Сегодня мы рассмотрим мягкую мыльную основу, кремообразную Англия, 200 грамм. Из множества английских мыльных основ это отлично подходит для нежного, деликатного ухода и открывает новые возможности для мыловаров. Благодаря содержанию глицерина нежная структура основы эффективно увлажняет. Из этой основы можно создавать детское мыло, взбитое мыло, мусс для бритья, крем-гель, воздушный деликатный скраб. Кремообразную основу часто используют для украшения мыльных произведений из твердых основ. Белая, мягкая, пластичная, содержит глицерин, без пропиленгликоля и парабенов. Запах нейтральный, хорошо принимает ароматизаторы, не застывает при комнатной температуре, хорошо передает красители, хорошо увлажняет и пенится. Плавится при температуре 50-60 градусов Цельсия. Вот так выглядит коробочка. Вот представляет из себя как крем. Мягкая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!